Все! Сдаюсь! Королева! Потрясающую бабу себе комбат оторвал. Какая она тебе баба? Страдаешь? Ну, страдай, страдай. А пока что комбат спит с твоей любовью. Ну ничего, перед наступлением он ее выкинет. Извинись. Сейчас же. Перед кем? Перед женщиной. А, ну да. Это пожалуйста. Ой, извини меня, раба Божьего Федора Малянова, дорогая, многоуважаемая. Тру-ля-ля! Негодяй! Негодяй ты! Язык поганый! Извинись, скотина! Красотка, пришей пуговицу! Ой, извиняюсь! Не желаете прогуляться? Эй, сестричка, помоги! Ну как, Дедужилин? Хорошо? Хорошо. О, кралечка комбата! Нет. Туманец скрываться, милая. Ну и противный же ты, Малян. Худенький, уснул, что ли? Не знаю, что с ним делать. Скоро наступление, первая пуля его. Это точно. Пожалуйста, но я тебя очень прошу. Городок провинциальный, летняя жара. На площадке танцевальной музыка с утра. Риорита, Риорита, птица Фокстер. На площадке танцевальной 41-й год. На площадке танцевальной 41-й год. Наш комбат, мужичок, донжуанистый. Правда? Позволяет себе, понимаешь? Барон. Да, большое дело любовь. Любовь до первого наступления. Вот скажите, Рехин, сколько мужчина может прожить без еды? 40 дней, говорят. А без женщин? А они-то при чем? Эх, Терехин, вечная ты мерзлота. Жалко мне их, Федя. Красивая женщина.
тумане, дали станов перламутра, солнце холодное танье, где наша первая встреча, яркая, острая, тайная, тот летний памятный вечер, милая, словно случайная. А я не ухожу. Я никогда никуда не уйду. Пусть осенью дверей, я это твердо знаю, но все же не уходи, тебе я говорю. Тебя я умоляю, слова любви сто крат я повторю. Уж осенью дверей я это твердо знаю. Послушиваешь? Никак нет. А что? Музыка. Музыкант? Никак нет. Рядовой не Тужилин. Вторая стрелковая. Ну вот что, Моцарт. Еще раз застану. Угу. Атака в 6. Я знаю. У меня уйма проверяющих. Проверяющих уйма, а я одна. Я люблю тебя. Люблю тебя. Кто здесь? А ну, выходи. Вот. Пришел попрощаться. Утром наступление. Я вас так люблю. А имени вашего не знаю. Люба.
Главное, чтобы вы были счастливы с товарищем майором. Чтобы дети ваши тоже были счастливы. Чтобы они смеялись, как вы. Вы так заразительно смеетесь. Холодало. Можно идти. Прощайте. Спасибо. Называла себя Жанной. Так вот она увела моего Колю. Меня все общежитие одевало, когда я шла к нему на свидание. Не хнычь, скоро домой пойдем. Вот. Ну и был сильный мороз. А я так и простояла, колено с ним всю ночь. И вот, ревматизм. Пирожки! Мороженое! Мороженое. Чего ставишь? Бери, пока не остынет. Мороженое. Слаб берут. Угу. Пирожки горячие, налитой. Что-то мороженое. Еще. Пухленькие, свеженькие пирожки, одно объедение. Гляди, гляди, уставился, не оторвется. Влюбился. Люби! Первым взглядом влюбился! Полюбил я педагога! Дорогие гражданочки, поглядите на этого человека. Что он делает с его собственной женой? А что он делает? Он ее любит. Ага, любит. Он ее морит голодом. И ручку поцелую. Вот эту вот ручку, пожалуйста, поцелуйте. Иди сюда. Ну, правда, я очень соскучилась. И я тоже. Я хочу есть. Я ужасно хочу. Я соскучилась. Угадай, что бы я сделала, если бы мы вдруг разбогатели? Родила бы. Не догадался почему-то. Я бы купила тебе новую шапку. И поехали бы в Ялту. Куда у ты? В новой шапке.
Смотрели бы на море там. Да, но мы никогда не разбогатеем. Почему? Потому что мы будем крутить кино круглосуточно. Ты помнишь, я тебе о нашем комбате рассказывал? Сколько бессонных ночей потратила я, чтобы он поступил на ИСТФАК. Иду я около ЦУМа Бедная. Сегодня и вижу, знаешь, ты мне потом расскажешь. Вижу. Потом расскажешь. Давай быстро помоем руки и быстренько есть. Я смертельно хочу есть. Ой, я тоже. Давай. Ты знаешь, кого я сегодня встретил? Однополчанина? Опять кто-нибудь ночевать будет? Да нет. Я сегодня... Саш, Сашунь, подожди. Подожди секунду, я тебе расскажу, какой я сегодня сон видела. А ты мне потом расскажешь. Значит так. Ну, метро. Вот я так думаю, охотный ряд. Да, это охотный ряд. Мы с тобой вдвоем, кругом народу, тьма, давка. И вдруг ты отрываешься и оказываешься уже там, в вагоне. Я за тобой, около меня, прямо перед моим носом двери захлопываются, и я остаюсь одна. Совершенно одна. Представляешь? А ты уезжаешь от меня. С такой идиотской улыбкой уезжаешь. Ой, я тебя так не любила в ту минуту. Ну, правда. А как проснулась, так, ой, сразу легко стало. О чем ты сейчас думаешь? Давай ребеночка родим. Прямо сейчас? А? Давай. Если не жалко. С утра сегодня сколько было мороза? 17. Это когда ты встал. А я вышла, было 23. Так что горячие они, как у мертвого. Что? Что? Пирожки свеженькие! Только что сковородки чирикали. Налетай, разбирай. Ну, правильно, их же ведь надо мороженое продать, да? Я понимаю. А, у тебя, вижу, чердак варит. А я вот в детстве тоже думал стать продавцом. Мороженого, правда. Так разве это мужское дело? Так, а я этим и не занимаюсь. А чем же ты занимаешься? А вот такие вот норовят прокатиться за чужой счет. Пока, сынок. Я... В каком смысле? Рви отсюда! Ты чего мне зубы заговариваешь? Ты ж перестроился! Оживается тут всякая шпана, не успеешь опомниться, а выручка! Где выручка? Выручка где? Оживается тут всякая шпана. Ты хоть видела, как он на тебя смотрит? Ну, сразу же видно, что порядочно. Она порядочно, не надо. У нас такого счастья. Во! Почему ты хочешь казаться хуже, чем ты есть? Мне пирожки. Сколько? Все. Yeah.
Что происходит? Оставь его, Витя. Саша. Саша, вас не узнать. Может, я пойду? Сиди. Сейчас зал разнесу. Вы слышите, что там творится? А дома нет обеда, учите. Не умрем. Саша. Саша, вы меня слышите? Ну, сделайте что-нибудь, Саша. Впрочем, ноги вытирать надо. Оглох, что ли? Вы мне никто. Никто! Саша, пойдем, здрасте. Пойдем, 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 шутит. Вы его... Ну, Саша, пойдем. Все в порядке. Саш, ну что с тобой? Большую радость доставили москвичам метростроевцы столицы. Раньше срока сдана станция метро Таганская. Первый поезд со строителями прошел по сверкающей огнями новой станции. Богатым будешь. Ну что ж, как говорится, будем знакомы. Люба. Можешь приударить. С вами в тот раз девочка была, это... Моя дочка. А что, с детём не подхожу? Ну, вообще-то я Антипова, Любовь Ивановна. А дочка Неронова. Мы просто были не расписаны. Но не успели. Убила его. Это бывает. Вдыхала, попала. А дочку я так записала. Екатерина Неронова. Пирожки горячие, свеженькие! Хочешь? Нет. Не дергайся. Сейчас. Угощаю. Вот. Спасибо. Мне за товар. Прогуляемся? С удовольствием. Вот, пришлось демобилизоваться, родила, и пошло, и поехало. А что ж, замуж не вышли? А жених еще не вырос. Да нет, правда? Не захотела.
подполковник интендант сватался. Да. Жила бы у него, как у Христа, за пазухой. Летчик еще был. Весь в коже. Вот. Думал, у кого деньги, у того и сила. Дудки. Не желаю приспосабливаться. Зато живу спокойно. Ни от кого не завишу. Никто не указчик. Ничего. Я свое еще возьму. Нравлюсь я тебе, что ли? Больше. Сами не понимаете, чего стоите. Откуда тебе знать, сколько я стою? А у меня дитё. И за комнату платить надо. На мои заработки не проживешь. Чё, сдрефил? Небось, пошутила я. Люба, а можно мне еще повидать вас? Приходи, смотри. Нет, что. Спасибо. Слушай, я вижу, ты человек не шибко занятой. Понимаешь, у меня дочка хворает. Может, ты постоишь, а я сбегаю. Тут рядом, а? Ладно. Пирожки горяченькие, румяненькие, только сейчас чирикали. Подходи, Саня, пожалуйста. Посмотри. Сколько? Пирожки румяненькие. Готовьте мелочь без дачи. Один. Пожалуйста, только без дачи. У меня нет мелочи. Пожалуйста. Спасибо. Вам сколько? Парочку. И мне один. Сейчас. Мелочь. Пожалуйста. Ну что же? Идем. Готовьте мелочь, пожалуйста. Вам сколько? Парочку? Два. Сейчас. Пожалуйста. Ну, с меня причитается. Да я не пью. А то смотри, посидим. Я не жадная. Где? Посидим. У тебя. А где хочешь? А у меня... Приходи ко мне. Спасибо. Можно идти? А то я опаздываю уже. У меня смена. Вторая, что ли? Да нет, я тут работаю киномехаником. О, бесплатное кино. Уже хлеб. Уроню, сейчас уроню. Ой, сил нету. Держись, корень. Сейчас упадешь. Сейчас упадешь. Упадешь. Ой, не могу. Стой-ка. Здравствуйте. Вам кого? Где мать? А что дядя Гриш принес? Дядя Гриш, не жадный. Катюш, лови. Ну, теперь сделай так, чтоб я тебя потерял из виду. Как это? Пропади.
ты пошевелись, балерина. Напрасно она, старушка, ждет сына домой. Напрасно. Мама! Мама! Что, понравилось? Я тебя отучу, падла, шастать по чужим бабам. Погода, только без рук. Тихо. А теперь проваливай. Что-что? Я говорю, вот в 24 часа, чтобы духу твоего здесь не было. Хм. Да. А деньги за 3 месяца кто вперед взял? Я! Значит так, стоишь вопрос. Здравствуйте! Будьте свидетелями, я выселю эту из квартиры в 24 часа любовника в моей квартире! Еще слово, убью. Ты меня знаешь. Ты погляди. Ну, погляди, с кем ты? На кого променял-то? Прошу! Ты у меня еще пожалеешь. Мне нравится моя жизнь. Почему ты хочешь, чтобы я ее изменила? Я хочу, чтобы ты себя уважала. Рада бы в рай, да грехи не пускают. Это все война. На войне у меня было все. А ты бери пример с меня. Я и работаю, и учусь в пединституте. Истфак. Что ж прикажешь, мои годы сесть за парту? Какие годы? Когда здесь живешь, многое перестаешь замечать. Придется комнату искать. Надо пойти в райисполком. Ты че? А что, фронтовичка, мать, а одиночка? А где я в войну была? Войну тебя не было. А до войны? Вот до войны ты была, только об этом никто не знал. А мама? А мама твоя тогда очень маленькая была. Ты бы дала ей тогда шоколадку? А ты? Я бы дала. Ты, я тоже. Давай ешь. На. Спасибо. Кушай. Ну, сядь. Посиди немного. Кино? Всегда счастливый конец бывает. С
сиди. Я так давно не танцевала. А теперь будешь. Вы помните, я у вас здесь был, и вы нас записывали на прием. Вы там были. Это Антипова, она у вас там... В 9-й комнате. На прием еще никогда не попадет. Стоп. Стоп, стоп. Как в плохом театре. Слушаю. Это Любовь Ивановна Антипова. Так. Любовь Ивановна воевала 3 года. Она старшина санитарно-деказационной роты. Понятно. Мужа ее убила на фронте. Это вот дочка от него. Вы кто такой? Я не Тужилин. Я просто так хлопачу. Чего-то непонятного. Мой хахаль. Мой хахаль. А-а-а. Другое дело. Зачем только весь этот маскарад? А тебе что, одежка нужна или человек? Суть дела. А жить негде. Вот и вся суть. Дайте жилье. Любое. Дайте все жилье. Равно какое. Вот Любовь Ивановна за крохотную комнатку платит бешеные деньги. А зарплата у нее, ну вы
На учете стоите? Нет. А что? Вот. Заполните анкету и в шестую комнату. Вы учтите, я хоть и не богачка, но в долгу не останусь. Подумай, подумай. Вера Николаевна, с вашим мужем, с Сашей, в последнее время происходит нечто... Но с каждым человеком что-нибудь происходит. Но 3 жалобы за неделю. У нас любят жаловаться. Дальше. Что дальше? У меня школа. А у меня план. Народ перестал ходить. Я свободна? Мне хотелось говорить. Вера Николаевна, на днях Саша на углу универмага торговал пирожками. Я тоже был ошарашен, но факт остается фактом. Я видел сам. Это исключено. Выходит, я вру? Вы перепутали. Вам показалось. Показалось. Вещественное доказательство. Я не ревнива. Это вы заставляете свою жену смотреть один и тот же фильм неделями. Держите ее на привязи. Вера Николаевна, уверяю вас, это не так просто сказать, но ваш Саша... Я запрещаю вам говорить гадости о моем Саше. Немедленно извинитесь. Сдача?
прикидываются. Была, дескать, в консерватории. Ну, скажи мне, только честно, что тебе дает такая музыка? А, то-то же. Вот песня. Это да. Каким ты был, таким и остался, казак лихой, ай-ляй-ля-ля-ляй. С тобой себя чувствую какой-то важный, ну, как женщина, ученый. Как жаль, что мы не встретились раньше, сразу же после войны. Ты думаешь, я была какая-то особенная? Почему же была? Ой, комбат носил меня на руках. А вот убила же его. На этом все хорошее в моей жизни кончилось. Риорита, Риорита, ля-ля-ля-ля-ля. Такой праздник. Мы всегда дома встречаем. Ну и правильно. Традиция. Вера. А это вот Люба. Я тебе о ней рассказывал, ты помнишь? Вот. Где ты ее откопал? Что, она совсем на «ты»? Успокойся со всеми. А что, теперь такая мода? Это война. Чуть что война? Действительно, это просто результат плохого воспитания, и все. Так может, она мной займется? Да. Вера у нас педагог. Да, могу. Саш, у меня предложение. Давай пригласим твоего боевого товарища к нам. Отметим вместе Новый год. Давай. У меня очень вкусная еда. Давайте. Идемте к нам. Ей интересно узнать, что мужики находят таких, как я. Ох, отобью я у тебя Александра. Зачем? Он мой муж. Вам нужен другой мужчина. Интересно, какой же? Ну, во-первых, свободный. А во-вторых, у Саши очень много недостатков. А у мужчин бывает только один недостаток. На остальные я смотрю сквозь пальцы. Саш, ты чувствуешь, что тебя ожидает? Ну, это бравада, ну... Он слишком порядочный, это да. Да, он вам очень быстро надоест. Тебе, небось, не надоел. Мне с ним интересно. У нас немного общего. А о чем он с вами будет разговаривать? А Саша меня любит просто так, такой, какая я есть. Правда, Саш? Нет, ты скажи вслух, пусть она услышит. Ну, скажи, Саш. Пошутила я. Ненормальные вы какие-то. Я действительно пришла посмотреть, чем это вы лучше меня. Поздравляю тебя, Саша. С Новым годом. Обидели человека. Thank you.
Секундочку. Маэстро, публика волнуется. Да-да, иду. Держите. Вот здесь. Ого, хорошо. Привет. Не получилось. Фокус. И еще за то, чтобы в этом году что-нибудь изменилось к лучшему. Да? Угу. Выпьем. Нравится мне у вас. Ей-богу, так интересно живете. А у нас только и знают, что водку глушить, да языками чесать. Вы приходите к нам почаще. Да. Да я ваша компания как рыба на бережку. А ты воевала? М? Воевала ты? Нет. Да, нет. Давайте выпьем за хороших людей. Их так много. Давайте. И так мало. За вас. Ну? А вы в райисполкоме-то были? Схожу. Куда я денусь? Ой, цветет калина в поле у ручья. Парня молодого полюбила я. На свою беду не могу открыться, слова я не найду. Интересно, как вам удалось заполучить такое гнездышко? Здесь жили мои родители. До войны им принадлежала вся эта квартира. А где же они теперь? Померли, да? Ага, привет. С Новым годом. Да. Ага.
Шуберт. Уже на работу. Ты посмотри, кто к нам пришел. Ура! Городок провинциальный, летняя жара. На площадке танцевальной музыка с утра. Риорита, риорита, вертится как строн. На площадке танцевальной 41-й год. На площадке танцевальной 41-й год. У меня неприемный день. У вас что-нибудь срочное? Я вот анкету принесла. В 6-ю комнату. Между прочим, с женщиной разговариваете. Артистка, взятку-то принесла? Проходи. Так. Русская? Еще спрашивает. Ну так и пиши. Как? С двумя «с» как? А без нее непонятно, что понятно, я русская? Понятно, понятно. И без анкеты понятно. Между прочим, слово «белорусский» тоже с двумя «с» пишется. А я, когда пишу, не думаю. Зря. Думать надо. А индюк думал, и что? У меня муж такой же, как ты. Молодой и красивый. Только ты живой, его убила. Вот тебе и два «с». Извини, что не убила. А вам идет... Когда вы сердитесь. Неужели? Надо переписать. Тебе надо, ты переписывай. А мне хоть пиши, хоть не пиши, все равно ничего не дадут. Ему не дадут. Сам себе возьмешь. Ну, надо переписать. С ошибками подавать неудобно. Я отпросилась. Мне некогда. Сядь. Перепишешь, потом отпущу.
Как хорошо, что мы этот шеветовый костюм тебе купили, правда? И галстук тоже подходит, правда? Да. Я обещал. Обещал? Ты понимаешь, она очень... Да ладно, ладно, ладно. Не мучайся. Я знаю, что ты скажешь. А она одинока, да? У нее ребенок. У нее кто, мальчик, девочка? Девочка. Девочка. Ей надо помочь. Она заслужила свое право быть счастливой. Воевала. Да. А торгуют пирожками. Это несправедливо. Да? Ну ладно, иди. Ладно, иди. Саш. А? А что же мне делать? А? Куда же мне деваться? Нет, ну правда, ну ты прости меня, но я чувствую, что совершенно лишняя. Никуда я не пойду. Я же ведь тоже хочу быть счастливой. Я хочу быть с тобой. Я не хочу быть одна, Саш, понимаешь? Никуда я не пойду. Но иди, тебя жду. Ты никогда никого не обманывал. Что, не нравится? Ну, знаете, я уже на все согласен. Пускай ученые поют, танцуют, пускай Никитина ходит на голове, вы же сами это просили. Что вам еще не нравится? Сашенька, у нас сегодня вечер на работе, а это, ну, боится остаться одна. После того, помнишь, с Гришей? Вчера пропали билеты в театр. Ну, я забыла. Я не успела предупредить. Я не могла. Ну, что ты на меня так смотришь? Ну, я пойду. Ладно? Молодец. Мне бы ее характер. Она ведь вас вокруг пальца. А вы живете с человеком из жалости. Он любит меня. А вы? Он спас нашу семью от голода в 42-м. Антипову, пожалуйста! Что? Саша. Что? Соня ушла. Куда? От меня ушла Соня. Дома ее нет, в кинобудке тоже. Да она в зале сидит. Ich bin ein Mann, der...
Вся эта весна ни к чему. Антипову! Любовь Ивану Антипову! Любу, Любу, пожалуйста! Люба уволилась. Проходите. Не бойтесь. У нас уже несколько миллионов лет не было случая людоедства. А где ворона? Какая ворона? Ну как же, в прошлый раз у вас ворон была. Живая? Ну какая еще? У нас не было никаких ворон. У меня собака. Живая? Дворняга. А-а-а. Правда? Шарик. Угу. Знаешь, зачем пришла? Давайте выпьем чаю. Ну, у меня, правда, может, лучше это? Давай. Давайте. Ой, цветет калина в поле угорочья. Молодец, Любочка, что ты пришла ко мне. Не могу открыться, слов я не найду. Можно? Ой, не могу. Он живет. Я хочу тебе сделать подарок от всего сердца. Тебе нравится? Да. Это твое. Бери, я не носила его ни Нет, разу. Нет, перестань. Я тебя прошу, я этого не люблю. Ладно, ну перестань, нет, нет, ну нет, пожалуйста. Возьми, можно? Ты не обижай. Да-да. Это твое. Да-да. Ой, Нюра пришла. А я к вам на песенку. Как мотылечек на свет. Ой, как вас хорошо-то. Да, у нас тут. Ой, и цветет калина. Блин, ну что же вы не подхватываете? Напелись уже. Правда? Жаль. А я петь умираю люблю. Ой, особенно танцевать. Синенький скромный платочек падал с опущенных. Только замуж никак не выйду. Ну, замуж-то такая скука. Вот я живу, не раздумывая. И мне всегда весело. Нюр, иди, что скажут. Иди, что скажу. Уйди отсюда, Нюр. Ага. Значит, петь не будете? А-а-а. Жаль. Ой, цветет калина. Обиделась. Нахальная. Не люблю ее. Ну, одинокая. Иногда и я, наверное, выгляжу такой. Я не тебя имела. Да знаю. Выгляжу. Нет. А могла бы на врача выучиться. Посылали ведь. Слушай.
Люба, давай мы с тобой чаю выпьем. Ну как ты своему мужу позволяешь крутить с другими прямо при тебе, а? Мне это покоя не дает. Понимаешь? Люблю, наверное. А я выхожу замуж. Предрайсполкома. Ну, зампред. Заходи. Я к Любе. Не ко мне же. Заходи. У меня чекушка. Я был несколько раз, а Люба... Люба ушла. И у тебя с Любашей ничего не выйдет. Вы тоже. Эй! Кирпичный дом за райисполкомом, знаешь? Ага. Вот там они. Городок провинциальный, летняя жара. На площадке танцевальной музыка с утра. Риорита, Риорита, вертится фокстрот. На площадке танцевальной 41-й год. На площадке танцевальной 41-й год. Верейского. Эскадрон? Шашки наголо? По коням? Эскадрон, шашки наголо, по пани! Поздравляем! 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 Поздравляем!
Спасибо. Спасибо, ничего. Смотри, что принес. Так, Владимир. Тоже мне фронтовой друг, опаздываешь. Да, спасибо. Ничего. Добрый вечер. Любань, давай. Возьмите. Какой стул. Хватит тебе там подмазываться. Иди, иди, иди. Ну, просто снимай. Давайте, ребята. Рассаживайтесь. В конце концов, у нас сегодня замечательный повод собраться. Давай, ну, Сережа, ну, все это мы прям сварили. Ну, вот, давайте, ребята, картошечку. Саша. Саша. Саша, куда же ты, Саша? Я тебя не вижу, остановись. Возвращайтесь назад, простудитесь. Ты со мной на вы. Сашенька, как здорово, что ты пришел. Хорошо, да только ничего хорошего. Ты не хочешь со мной разговаривать? Нет, просто не хочу мешать. Чем же ты можешь помешать, глупый? Вы меня плохо знаете. Я злой. Господи. Да ты ревнуешь меня. Еще чего? Подожди, слышишь? Я тебе все объясню. Осторожнее. Если я сверну себе шею, виноватым будешь ты. Не может лампочку повесить. А еще в райисполкоме работает. Стой! Я должна тебя видеть. Понимаешь? Я сама собиралась. Вы сегодня слишком красивая. Если ты говоришь об этом вслух, значит, уже не любишь меня. Я любил вас. Только давно, еще на войне. Люба! Каждый день что-то происходит. Какой район? Ну, спокойной ночи. Доброе утро. Это точно.
хорошо! Ой, как хорошо! Вывалишься!